Обезьяна. Боже, вы такие грустные. Я представляю, как вам хочется на волю. Боже, сидит какую-то фигню и страдает. Похоже, в принципе, на меня склонящего. Два дебила — это сила. Боже мой. Ну неужели вы лохи? Как вас могли споймать? Скажите мне, пожалуйста. Чухайся. Ты реально похожа на мою бабушку, отвечаю вообще. Тупо моя бабушка. Боже мой. Бородавка у тебя, что ли, на бородавке? А ну, посмотри на меня. Посмотри на меня. Бородавка на лбу. Да что ты здесь стесняешься? А вот это еды у вас, конечно, такие, да, но как честное слово, как в мусорке вообще. Вы же, блядь, не собаки. О, это ладно, это думать, все равно мозгов нету. Блох ищет. А, как это мило. Какая страшная жопа. Мама, мама, мама. Боже, я в шоке. Блин, вы какие-то игры грустные, какие-то на своей волне. Вы как-то вообще на людей вообще никак не реагируете. Это старый вообще дурак, старый баян. Есть еще обезьяна. Вот, обезьяна такая. Но она реально уже похожа на человека. Мне кажется, она мне сейчас как ответит, скажет, слышь ты. А ну иди, брази, брази, иди. Посмотри на меня. Посмотри, какой-то мужчина. Вот только побритый вроде, или не бритый. Посмотри на меня. Эй. Эй. Боже, у него груша, он что ли, что еще дерется, что ли? Боксер? Ты что, боксер? Ну ничего себе. Обезьяна. Блин, мух. Как тут мух, я в шоке. Блин, такое ощущение, что где-то в подвале нахожусь. Мусорки. А вот еще одна, у него вообще нереальная жопа. Это он, вернее. Это бадуин или кто это, блин? Красножопый папуас, хер его знает. Но он реально стрёмный, тоже боксер. Смотри, какая у него жопа. Вообще, фу. Я в шоке, что я снимаю. Но его реально сфотографировать нереально. Он туда ходит, ходит. Боже, хоть как-то остановился. Ходит и ходит. Боже мой, сколько тут мух. Я в шоке. Такое ощущение, что тут коровы живут. Ой, как ты мне глазом сделал. Ой, как он мне подмигнул. Да ладно. Я тебе понравилась? Так может быть я к тебе в клетку, а? За компанию? Не, ну ладно, ладно, я пошутила. Любви у нас с тобой не будет. Ты хоть и красавчик, но не в моем вкусе. Не в моем вкусе. Но зато у тебя какие передние руки, а? О, какая сила. Ты бы защитил меня от любого. Еще пизделей бы дал бы сверху. Не, ну ты реально, я вижу в тебе. Мужчина. Только не свои мечты. Но ты реально мужчина. Такой мужчина. Всем мужчинам мужчина. Красавчик. О, вот эта грустная обезьяна. Она вышла на волю. Мне кажется, она сейчас исчезнет и даст мне по морде. Блин, она меня смотрит, как будто она призрак или вампир. Стрёмная какая-то. Вы даже как-то не разговариваете, как-то и не слышно. Что делаешь, какаешь? Блин, мне кажется, им столько лет, и они такие старые и грустные. Какой-то он стрёмный вообще. Мне кажется, ему плохо. Красавчик. Ну ты реально красавчик такой. Жопа у тебя, конечно, не акти. Но рожа такая, ничего, пойдет.